девочки, красавцы, да. Важные очки взяли, да, ребятки? Ну, видите, как сказал, любят, уважают. Поэтому сейчас немножко там присядьте. Да, полтора дня выходных, да, ребятки, хорошо отдохнуть. Послезавтра встречаемся здесь, 4 часа отъезда, поработать. Следующая серия, ребятки, да, серьезный соперник, готовимся. Выиграть дома надо, да, ребятки? А так, ну, просто молодцы, да? Настя, ты когда последний раз был в Ташкенте-то? Да что там детишек много, твоих что ли? Закер. Жену спрашивал. Да, жену спрашивал. Лучше. Старые молочки. Хороший матч, в меньшинстве там отворолись, да, остались. Но сегодня глава. Пацаны, красавцы все до единого там. С первой минуты до последней сражаемся. Давайте дальше так продолжаем.